Ребята, всем привет! С вами, как всегда, я, Влад, обзор на 1000. Сегодня у меня идет начало новой рубрики на моем канале «Обзор еды». Я буду обозревать в этой рубрике еду, которую я покупаю на работе, либо когда не хочу готовить дома, либо меня никто не кормит, не поет, и мне приходится покупать вот всякие готовые блюда, которые требуют либо разогрева, либо уже готовую пищу. Вот сегодня я купил суши мяки, лапшу. Тут, правда, написано суши ман, но вообще сеть магазинов в городе Новосибирске, точнее не магазинов, что это, забегаловок. Но там есть, короче, нельзя, там только приходишь, покупаешь суши и домой тащишь, и дома ешь. И там есть лапша, рис и всякая такая лабуда. Я взял себе лапшу с говядиной, ой, нет, извините, со свининкой. Значит, в комплектации у нас входит обычный пакет. Вот такая вот коробочка здесь у нас, лапшичка со свининкой, 450 грамм, салфеток на ней почему-то не ложат, не кладут, и так, и две палки, так, давайте пакет уберу, палки давайте откроем, сейчас я вам расскажу, как это вообще на вкус. Блин, штатива нет у меня, надо купить штатив. Так, вот так вот у нас все выглядит. Так, сейчас я палки достану. Опа, хуси-хаси, две палки. Так, здесь у нас наверху, значит, так, это у нас, что это у нас, огурчик, морковочка, мяско, капуста, морковка, значит, перец, вот он, перчик у нас. Заказал я, сделали мне в кисло-сладком соусе. Что прикольно, они делают все там на месте прям. То есть у них в холодильнике там лапша, свинина, говядина, там курица, все по отдельности лежит. И говоришь, что ты хочешь, со свининой, с какой лапшой, с каком соусе. И они прям при тебе все по шурику это мутят. Так, как бы нам посмотреть, много либо мало мяса. Сейчас я на тарелку доставлю, и все это в тарелку, чтобы было визуально видно, сколько это будет выглядеть. Так, ребята, оказалось, что у меня на работе нету тарелок нормальных. Там есть, но что-то я не хочу тут такую тарелку перекладывать. Ну, вообще, не первый раз заказываю мясо, здесь достаточно нормально. Так, давайте попробуем свининку. Свининку. Ай, не люблю я палками есть, но... Свинина мягкая, хорошая, прожаренная. Здесь, кстати, еще и яичная лапша. Тоже, да, еще яичная лапша. Так, теперь лапшичку попробуем. Лапшичка, перец. Ребят, классно. Вообще вкусно, горячо и недорого. Самое главное, что недорого. Всего 169 рублей я отдал. Считай, за полкилограмма вот такого добра. Ну вот мясо вот вам показать. Да нормально его там. Вот кусок. Ну так, ну это вообще что-то маленький. Вот куски. Ну-ка, может там на дне прям. Потому что обычно его прям нормально там. Вот кусочек такой. Мясо, в общем, есть. Все вкусно, все отлично. Подписывайтесь на канал. Рубрика будет продолжаться. Ставьте лайки. Извините, что все трясется без штатива. Куплю на следующей неделе штатив, пойду. И все будет. Не будет вот так вот. Дребезжание вот такое вот. Всем пока-пока. До новых видео. До новых встреч.